Дорогие друзья, мы как и договаривались, что закрытия у нас как такового не будет. Мы не закрываемся. Поэтому мы все идем. Друзья мои, мы как договорились, у нас на закрытии ребята, которые к нам приехали, молодежный совет, и те ребята, которые приехали в творческую командировку, они могут подготовить капустник, а могут и не подготовить. Мы до последнего дня не знали, будет это или не будет. Но оказалось, это случилось. Поэтому ребята приготовили для нас искрометнейшее шоу. Режиссер Остермайер, наша артмиграция, Ростислав Семенихин, город Липецк. И я прошу приветствовать. Мы начинаем. Наш маленький коллектив под кодовым названием «Что творят, что делают». Песня посвящается всем, кто посмотрел все спектакли на арт-миграции. Если у вас нету пьесы, то вы не спешите грустить. Письма тети Инессы, подшивка прессы, а также этикетки с банок с кабачковой икрой, надписи на футболках бармен, реклама в метро, надписи на заборах, остроумные объявления в туалетах, лента новостей ВКонтакте. Могут ее заменить, ее заменить. Вербатим, вербатим. Какой такой вербатим, 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 какой такой вербатим. Тили-тили, тролливали, это мы не проходили. Пара-пам-пам, пара-пам-пам. Если у вас есть Тургенев, то это еще полбеды. Новый пиджак мы наденем, бабочек наклеим, откроем, закроем двери, вынесем банкетки, взорвем хлопушку, две штуки, вкусно поедим, попьем розовый кисель и раскидаем листы. Побомбим Тургеневы. Ну а Тургенев нам дорогой, нам дорогой. Тургенев, Тургенев, какой такой Тургенев, Тургенев, Тургенев. А кто ж тут нахлебник? А Тили-Тили проливали, это мы не проходили. Ну и ладно, проливали, пара-пам. Если у вас много смысла, поставьте три белых стены. Возьмите трех смелых актрисок, пару репризок. Ну и открывайте, закрывайте двери. Выносите столы, стулья и диваны. Пожиряйте виноград. Вкусно поешьте, помяните бабушку. Унесите столы, стулья и диван. И не забудьте листвы. Побольше листвы. Ток-шоу, ток-шоу, почти что как вербатим. Ток-шоу, ток-шоу, какой такой вербатим. Тили-тили, тролли-вали, это мы не про самбай на телевизор хорошит. Турел буря торонис и секметы халбарна. Нагин шутон яларжа, нагин шутон метель сахигдана. Сахна тележе сахалгана. Бардаю. Баэрте саган маринуэн мэрген. Мамгулия, любовь моя. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Ну, короче, если у тебя есть не на пьеса, короче, и ты не лох какой, то все нормально. А че, я вот такая короче стою, а он подходит. Я сразу поняла, что это он. Ну, потому что кто еще ко мне вот просто так может взять и прийти? И подходит и говорит: Наташа, ты самая реально клевая девчонка на земле. Выходи за меня замуж.
Ну, конечно, не так сказал «Кагучи» этот Владимир, а сказал, типа, сыграй, Наташа, в Москву поедем. Ну, я сыграла, а чё ж я не лохушка какая-то. Наташка, Наташка, совсем как чепухашка. Наташка, Наташка, прекрасная Наташка. А Владимир? А Владимир, а Владимир, забери нас во Владимир, ты дорогой, ты наш Владимир. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. А как же Стафис? Стафис. Стафис. Давай. Автобедан подвел под ермо ахиллесовых коней к Сан-Фейбалия, быстрых, летающих с ветром. Знаменитого бегом Пикассо. Что, не привязал? Отвязал. Давай, я с этой стороны. Давай, гони его. Тою порою потрогал, возбуждая возницу и коней. Подожди, подожди, подожди. Гнал и Троян, и Ликиен. И к собственной гибели в час. Тою потрогал, порою возбуждая возницу и кони, гнал и Троян, и Ликиен, и к собственной гибели мчался муж неразумный. Врагом великим одеянный шествовал встречу бог Аполлон, что бессмертный. Something important.
а позади туда. Нет, у меня патрон. Да, сейчас. Хребет и широкие плечи. Мощной, мощной рукой. Ха-ха! Да мощной рукой! Мощной, мощной. Спасибо, пожалуйста. Так неподвижны они в колеснице прекрасной стояли. Слезы горючие свежди на черную капали землю. Было дальше, мы узнаем на следующей миграции. Ну и в заключение. Гранты и стипендии. Арт-миграция. Кабинет на четвертом этаже. Боярские палаты. Твой шанс. Соло, летняя школа. Стартап. И многое-многое другое. Все это дом родной. СКД для наш дом родной. Родной.
головой похож на Якубовича сейчас. Мне кажется, я в метро должен быть без столочек. Спасибо большое.